Дорогие жители Узбекистана, сердечно поздравляю вас с наступающим самым светлым и любимым праздником Днем Независимости. Каждый день мы все наблюдаем, как преображается наша столица. Я хочу отметить в частности Уштепинский район. В последнее время обновился его облик. Он стал благостроеннее и краше. От всей души желаю дальнейших великих свершений преобразования нашего родного края. Независимость Узбекистана дала мне очень большие возможности заняться многопрофильным предпринимательством. Я уже 10 лет занимаюсь предпринимательством. Я очень рада, что я живу в таком крае, в таком государстве. Мы все, женщины-предприниматели, всех поздравляем с Днем Независимости Узбекистана. Здоровья, счастья и всех благ жителям Узбекистана.